Всем привет! С вами снова Ольга Чернова. Сегодня все так же 23 февраля. Я хочу рассказать вам, особенно начинающим, какое у меня есть приспособление для того, чтобы, когда высеваю очень много сортов в один лоток, чтобы всходы были равномерные, то есть посевы сразу равномерные. Иногда я вот уже рассказала, как готовить решетки вот с таких вот с железочек. И хочу немножко именно вот о посадке. Вот смотрите, мы же высеваем разное количество. Вот я приготовила лоток, где у меня будет много. Вот, например, три рядка, это будут сибирские сорта, три рядка одного томата, три рядка другого. Тут ясно, я выкладываю на расстоянии 2 сантиметров, сделала дорожки. Каких больше мне нужно, делаю три рядка. Каких меньше, два рядка. Каких совсем мало, вот один рядок будет. Все разделила железными вот такими вот металлическими, алюминиевыми из-под пива, из банок нарезала, все. Но если вы делаете вот такую решетку и сразу много-много сортов, вот 18 буду сортов, конечно, раскладывать равномерно очень сложно вот в такой квадратик. И я еще в прошлом году придумала вот такое приспособление, где заранее делаю как бы выемки под каждое семечко. Я вот запланировала, что я буду высаживать сюда по 5 семечек в каждый квадратик. Возможно, это покажется кому-то и мелочь, но от равномерности наших всходов тоже очень много зависит. И когда я вот такой бутылкой, вот простая бутылка обыкновенная, делаю вот такой вот, как оттиск можно назвать, или как надавливаю, я потом сейчас очень быстро разложу, вот так не задумываясь уже, как не высчитывая вот эти пропорции, насколько отступить, поскольку я просто быстро-быстро раскладываю 5 штук, 5 каждого сорта, все. И потом, когда они взойдут, вы видите, что они все одинаковые трафареты, будут очень равномерные всходы, если еще всхожесть будет 100%, всходы будут равномерные, они не будут друг другу мешать, и будет, во-первых, и красиво, и им удобно. Вот эта маленькая мелочь, конечно, все это у нас приходит с опытом, все это я придумываю сама для удобства. Я вот уже говорила, что дорожки делаю простой ручкой, которая уже исписалась. Вот эти вот переборки железными, металлическими из-под баночек, вот эти оттиски тоже пустой бутылочкой. Все это есть у нас в доме, и применяя вот такие всякие подсобные средства, мы ускоряем процесс, высвобождаем, у нас больше свободного времени остается, и менее трудоемким посев делается, ну вообще вся работа, и посев, и уход, все, до свидания. Вот это я вам показала такой небольшой прием, как сделать посев нескольких сортов, многих, но чтобы были всходы равномерными и красивыми.